Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Начинать будем мы с вами с распаковки посылочки. Только что привез курьер. Ух, такая большая. Это посылка от Ликата. Мы с вами уже этот бренд обозревали. Не совсем бюджетный, но часто бывают акции на Wildberries. Два по цене одного и так далее. Ну и не люкс-сегмента, то есть вполне доступные цены. Мне безумно, девчонки, понравился уход за волосами от этого производителя. Ну, какие-то чудеса прям творит. Поэтому решила повторить заказ. Итак, давайте распаковывать. Безумно. Вот как выглядит посылочка. Девчонки, давайте ее вскрывать с вами скорее. Надеюсь, я с той стороны вскрыла. Ликата, девчонки, на основе итальянских технологий разработаны составы. Составы, ингредиенты, которые в составе, да, косметики, они разрабатываются в Италии, в США, в Германии. Но производство работает и на территории России. То есть компоненты поставляются из других стран, достаточно качественные. Лаборатория есть в России у нас, да, которая тоже контролируется, кстати, итальянскими, так сказать, директорами. Поэтому это практически профессиональная косметика, ее даже можно назвать профессиональной, действительно. И, девчонки, я вам еще промокод оставлю, сейчас акция действует. Промокод ВАУ я пропишу вам в инфобоксе обязательно. При покупке на 4000 заплатите всего 2. На самом деле крутая акция, на 4000 можно набрать очень много всего. Наверное, вот как у меня сейчас. Даже больше, скорее всего. Так, давайте вскрывать. Все в пупырку хорошо упаковано. Это замечательно. И поехали. Ой, как много пупырки. Сейчас кто-то обрадуется этому очень сильно. Все достало. Давайте смотреть по порядку. Все еще такое холодненькое. Девчонки, у нас сегодня минус 8. Вообще дубак. И даже все шампуни холодненькие пришли, пока курьер их нес. Очень холодно у нас и нет снега. Прям вообще на улицу лишний раз выходить, утепляемся как можем. Потому что когда снежок, как-то оно все потеплее. Каждая баночка упакована еще, да, у нас в пакетике, в полиэтилен, поэтому хорошо, здорово. Так, это лифтинг гель для душа. Очень хотелось мне попробовать именно этот гель. Баночки красивые очень. Так, лифтинг гель для душа, деликатное очищение, комфортное увлажнение, защита от возрастных изменений. Это здорово, о теле, о своем тоже заботиться надо. Экстракт ройбуша. Ой, ройбуш вообще супер средство. Я его, кстати, пила в свое время. Это уникальная трава, которая произрастает на болотах. Она вообще практически от всех бед. Детям даже с нуля можно, девчонки, почитайте про ройбуш в интернете. Вообще классное средство. Так, маточное молочко, мягкие, моющие и пенообразующие ингредиенты. Здорово. Состав, боюсь, вам, девчонки, будет бликовать. Ну, кому интересно, вы тогда на сайте можете ознакомиться с составом. Да, немножко бликует такая упаковочка из плотного пластика и блестит. Аромат. Еле уловимая душка, парфюмерная, очень вкусная. Ну, прям еле уловимая. Это здорово. Сейчас в последнее время раздражают, если честно, такие вот яркие одушки. Не знаю, с чем это связано. Но как-то вот стараюсь пользоваться средствами с деликатными одушками. Так, я брала себе серию для волос. Комплекс прям. Можно продукты по отдельности покупать, но гораздо выгоднее комплексами. Есть по вашему типу волос, по вашему типу кожи на сайте прям подборочки, наборы. Как подарочные такие наборчики, и это на самом деле круто. Так, сейчас, девчонки, мы с вами все вот это снимем. Видите, такая защита от протекания. Хорошо, вот нравится, когда производитель заботится о клиенте, да? Когда доставляется все максимально быстро, когда упаковано все хорошо. Так как производство у нас есть в России, то тоже доставляется быстро. Но я вам говорила, на Wildberries есть эти продукты, тоже можно их взять. Два по цене одного, там часто бывает такая акция. Итак, здесь шампунь в большой версии и в мини-объеме. Это у нас шампунь для тонких, жирных волос с витаминами. Без парабенов, без агрессивных сульфатов. То есть бессульфатный, да, шампунь. Это здорово. Смотрите состав, кому интересно. Мне очень нравятся шампуни и бальзамы. Я до этого брала, по-моему, серию для окрашенных волос. Вообще она потрясающая. Уже доиспользовала. И такая же мини-версия. Запаслась шампунями, называется так, запаслась, да. Давайте с вами подушки посмотрим. Вообще практически нет отдушки, девчонки. Он такой вот беленький, белесый. Но мы с вами все вместе, как всегда, протестируем, посмотрим. Так, и бальзам для чувствительной кожи головы с природными экстрактами, а так, активаторами и экстрактами растений. Взяла почему именно для чувствительной кожи головы? Потому что в последнее время от многих шампуней и бальзамов есть зуд. Пусть будет лучше такой действительно деликатный, бережный уход. Так, для чувствительной кожи головы с маслом виноградных косточек. Это здорово. Легкий бальзам придает волосам нежную шелковистость, упругость, эластичность, делает их послушными при укладке. Масло виноградных косточек. Здорово. Так, состав. Ой, кот чихнул. Максик, ты что, расчихался? Заболел, что ли? В общем, так, вот такой вот комплекс для волос. И еще я взяла, девчонки, масочку. Сейчас с вами откроем.
и посмотрим. Ух-ух-ух. Масочка плотно запакована, прям антистресс и увлажнение. С функцией защиты, фокус ты где? С функцией защиты от агрессивной среды на основе природных активаторов. Вот так она выглядит. Сейчас очень агрессивная у нас среда вокруг. Маска смузи, баланс с маслом конопли и молочными протеинами. Это комплекс именно вот этот, он для жирных волос, вот эти вот средства все. Они для волос жирных у корней подходят. Молочные протеины. 1-2 раза в неделю, но хорошо вымытые влажные волосы, 15-20 минут. Для усиления эффекта можно применить тепло. Ну да, как обычно мы все масочки делаем. Так, состав, девчонки. Вот состав. Так, и поехали дальше. Дальше заказала себе для лица, девчонки, пенку. Пенку еще в Лекато не брала, брала масочки. Очень понравились, а вот пенку не брала. Захотелось попробовать и тоже взяла для жирной кожи. Она здесь с цинком, салициловой кислотой у нас, да? Вот такой вот дозатор. Помпа. Оп, ой, тихонечко выдавила так немножко. Ой, у пенки очень приятная душка, ненавязчивая тоже такая, еле-еле уловимая, деликатная. Класс, все с вами протестируем. Пенка с ниацинамидом, фокус, вернись, цинком и салициловой кислотой. Глубокое, но щадящее очищение, не пересушивая кожу, это очень важно. Удаляет даже макияж, слушайте. Остатки кожного сала, внешних загрязнений. Состав. Вот он. Так, дальше. Из этой же серии у нас с вами сыворотки. Сыворотка с витамином С 5%. Витамин С вообще люблю, девчонки, во всех его проявлениях. И если он содержится в косметических продуктах, то, как правило, это антивозрастной уход, потому что витамин С способствует омоложению кожи, очищению от роговевших частичек, да, потому что все-таки это кислота аскорбиновая. Люблю витамин С, на самом деле, на кожу вообще просто обожаю. Стимулирует синтез коллагена, предотвращает старение, осветляет и уменьшает пигментацию. Это очень здорово. Проверим, как раз у нее есть маленькая пигментная пятнышко, 1-2 капли след с кончиками пальчиков на чистую шею лица и так и шею лица до полного впитывания утром и вечером перед нанесением крема. Да? Вот состав. Так. И как она выглядит. В стекле сыворотка приходит с пипеточкой. И она такая у нас прозрачная получается. Достаточно плотная, не как вода. Немножко поплотней, но на коже начинает таять. Одушка очень приятная, похожа на одушку пенки. Так, здорово. Дальше. Вторая сыворотка. Это у нас сыворотка для лица с салициловой кислотой. Для проблемной кожи, склонной к акне. Я взяла, потому что у меня кожа комбинированная. Вот состав. Салициловая кислота на втором месте. В общем, чередовать по потребностям кожи можно такие сыворотки. Тоже в стекле. Та же самая пипеточка. И тоже... А, нет, пипеточка другая. Смотрите, какой наконечник. И тоже она такая прозрачная. Слегка тягучая. Но она как-то немножко полегче, чем с витамином С. Там прям вот как-то потяжелее. А душка аналогичная. Очень похож. Так, и третья сыворотка. Это сыворотка для лица с ниацинамидом и цинком. Устранение кожных высыпаний, уменьшение выделения себума. Вот тоже то, что мне нужно. Вот состав. Так, кто за пупыркой пришел? Бери, бери. Давай, не шурши особенно. Так, тоже стекло, все то же самое. И пипеточка. Так, открывайся. Пипеточка вот такая вот тоже заостренная, тоже прозрачная сыворотка, слегка тягучая. Так. Ну, тоже такая достаточно легенькая, но они не как вода, девчонки. Знаете, бывают сыворотки прям как вода. А здесь нет, они немножечко поплотнее. Так, ладно, поехали дальше. Дальше заказала себе, девчонки, тоник. Тоже, по-моему, для жирной кожи, если я не ошибаюсь. Вот так он выглядит. Да, здесь 10% гликолевой кислоты. Так, как бы нам, чтобы не отсвечивало. Тоник с гликолевой кислотой. Сейчас зимой самое время применять кислотный уход. Вот самое время. Поэтому я стараюсь переходить на кислоты. С вами тоже его попробуем. Так. Завершает очищение кожи, готовит кожу к нанесению сыворотки, восстанавливает натуральный pH-баланс. Здорово, состав тоже вы здесь, наверное, не разглядите, но можно, конечно, постараться. Пузырьки еще, да? Вот такой вот тоник, слегка имеет оттеночек такой, да? По запаху. А на сыворотке тоже похож. Ой, все, крышка упала.
Запах классный вообще у этой линейки, мне очень нравится. И взяла себе вот такую маску для лица, Botox Effect. Я уже брала маски от Ликата, две, и мне не очень понравились. Они действительно работают. Это Botox Effect. Маска создана, чтобы моментально стирать следы усталости и существенно сокращать возрастные изменения. Масло ши, экстракты трав, Botox пептид. Это очень здорово. На самом деле, на 20-30 минут нам нужно будет ее с вами оставить. И вот состав. Так, ну и все, вроде с вами девчонки распаковали. Будем с вами все вместе скоро тестировать. И шампуни попробуем, и средства для лица. Девчонки, день второй. Утро доброе, еле раскачалась. На улице что-то такой дубак. Кошмар вообще. Ледяной ветер, ледяной асфальт и нет снега. Сейчас мы с вами будем вот эту пенку классную тестировать. Она у нас с салициловой кислотой, с цинком и с ниацинамидом. Я уже вчера ее попробовала, без вас не утерпела. И мне очень понравилось. Единственное, что так, у нас надо ее встряхивать. Я вчера встряхивала, по-моему, надо, потому что некоторые пенки, они автоматически выдают пену, некоторые нужно встряхнуть. Нанесите легким влажным движением на влажную кожу, затем смойте, используйте утром и вечером. Не написано встряхивать, не встряхивать, но я вчера встряхивала. Почему-то, когда встряхиваешь, все, она перестает вот взбалтываться и... Чувствуется, как забивается пена. Может, и не нужно. На влажное? На влажную кожу сейчас смочь. Просыпайся, Света, просыпайся. Уже кружку кофе выпила. Выпила никак. Смотрите. Ой! Вот такое количество пены за полтора нажатия. Оно выдает, смотрите, за одно сколько. Много, прям много пены. И пенка плотная. Это здорово. Потому что, знаете, есть такие рыхлые пенки. Здесь пенка достаточно плотная. Нежненькая такая, воздушная. Аромат вообще бомбезный. Мне так нравится аромат в этой линейке, да, именно вот для проблемной кожи, для жирной комбинированной. Супер. Вот так пенкой мы с вами очищаем лицо после сна от лишнего себума. Ой, какой классный аромат, девчонки. Какой-то вот дорогой, люксовый. И он еле-еле уловимый. Не знаю, почему сейчас не могу вот яркий аромат на лице, в уходе за лицом своим чувствовать яркие ароматы. Не могу. Вот этот нежный, деликатный, слава богу. Сейчас масочку с вами сделаем еще по-быстрому. И я побегу за ребенком в школу. Укутаюсь с ног до головы и побегу. Очень интересно еще... Яндекс нам погоду предоставляет. У меня раньше был не электрический, электронный термометр на балконе. Нужно было его наконечник, как такой провод, на улицу выкидывать. Как бы, и он показывал погоду. А внутри вот такая коробочка лежит. Сейчас мы купили обычный ртутный, повесили его на балкон, прикрепили. Видите, так, боже, коровка красная такая. Только вот несколько дней назад купили. Вот сейчас Яндекс показывает минус 1, а мой ртутный термометр на балконе минус 6. А Яндекс пишет минус 1. Но ощущается как минус 8. Вообще класс. Я не понимаю, как они нам погоду предоставляют. Даже сейчас дописала соседке, говорю, посмотри, у нее с другой стороны дома окно. Посмотри на своем термометре, сколько там градусов. Может быть, мой врет, хотя, мне кажется, ртутные не врут, да, девчонки? Она посмотрела, да, у нее то же самое, что у меня. Я говорю, ну что нам значит? Яндекс врет. Все возможно. Так, вот уже пенка не пенится, я буду ее смывать сейчас водичкой. Ну, по факту, лицо матированное. Но сухости, стянутости никакой не чувствую. То есть нет прям такой вот необходимости быстрей наносить какой-нибудь крем или сыворотку, девчонки. Для жирной комбинированной кожи, возможно, даже для подростковой, надо посмотреть, с каких можно, ну, для проблемной точно, да, для проблемной подойдет. Подсушивает, очищает, слегка выбеливает, поры чистые на носу. И как-то даже слегка выбеливает и освежает. Хорошо, очень нравится пенка. Это моя пенка. Это, знаете, по типу как Вейвен, нутроэффект пенка. Только здесь прям больше направленность. Больше направленность именно на жирную комбинированную проблемную кожу. Здорово. Нормальной и сухой кожи может сушить. Мне вот прям как надо. Очень хорошо. Лицо матированное, видите, да? Все здорово. Так, теперь у нас маска для лица Botox Effect. Сейчас мы с вами ее как следует протестируем и посмотрим, за счет чего этот Botox Effect достигается. Так, насколько нам надо ее наносить? Маточное молочко, ботокс, пептид вообще на 20-30 минут. Ух! Так, смотрите, она была зафольгирована. Такая плотненькая белая масочка. Прям плотная, ага. В корку у нас вставать однозначно не будет, раз это ботокс эффект. Я буду носить и под глазки обязательно. Нежная душка тоже еле уловимая, слава богу. Так. Сейчас пока масочка будет на лице, быстренько уберусь, заправлю кроватки, помою полы,
чтобы мы уже со школы пришли в чистую квартиру. И остальные продукты из посылочки будем с вами тестить попозже. А то уже времени не хватит. Маску и так долго держать, у меня уже минут через 40. Надо выходить. Такая прям она плотная, кремовая, и есть небольшое ощущение. Ой, мазанула. Есть небольшое ощущение, что глина здесь в составе, но не факт. Просто может быть такая, знаете, как муссово-кремовая консистенция. Как, знаете, крем для торта мне напоминает. Ой, вчера такую вкусняшку готовила, на просторах Ютуба нашла классный десерт. Девчонки, это вообще восторг. Я вам обязательно, я не снимала, но обязательно вам в следующих влогах с этим рецептиком поделюсь. Сниму, покажу. Не могу, пальчики оближешь. Сейчас вот на завтрак доела этот десерт, и так хочется еще. Обязательно в ближайшие дни еще приготовлю и вам покажу и расскажу. Так, все, ходим 20-30 минут, посмотрим по состоянию кожи, сколько нужно будет мне проходить, и посмотрим с вами на результаты, на ботокс-эффект. Ходили, девчонки, 20 минут. Сейчас буду смывать спонжиком вот этим вот. Она до сих пор осталась такая плотненькая, кремовая. Сейчас посмотрим на результат. Что, девчонки, по факту? По факту лицо вроде как и заматировано после этой маски. Но то, что прям эффект ботокса, не могу сказать. У меня одна морщинка на лбу, и в принципе ее видно. То, что лицо выглядит свежим и создается какое-то ощущение увлажнения, легкой напитанности без утяжеления, да. То есть какая-то вот она вся гладенькая, нежненькая такая, и чувствуется, что был какой-то питательный элемент, хотя в то же время она матирована, то есть без утяжеления. Ну, эффект ботокса, не знаю, девчонки, это моя единственная морщина на лбу, я ее в зеркало как бы вижу, да, она никуда не делась, но таких чудесных средств не бывает. Бывают средства, которые временно, пока мы ими пользуемся, заполняют наши морщины, но чтобы убрать их, конечно, это только все укольчики, это только хирургические методы. А так, тон выровнен, лицо очень приятное на ощупь, немножко высветлен, поры чистые. Все хорошо, ничего плохого про эту маску сказать не могу. Эффект ботокса, конечно, тут, я не знаю, можно и поспорить с производителем. Ну, посмотрим, может быть, с одного раза ничего такого чудесного и не произойдет. Так, дальше у нас с вами, девчонки, идет тоник. Тоник с гликолевой кислотой, 10%. Завершает процесс очищения кожи, готовит кожу к нанесению сыворотки, восстанавливает натуральный pH-баланс кожи. Вот такой вот тоник. Я беру ватный диск и сейчас с вами завершим процесс очищения. Пахнет очень круто. Прям каким-то, не знаю, сладким классным парфюмом. Здорово вообще. Так, да, очищаем кожу после масочки. Вы знаете, тоник такой, он слегка тягучий. Он не совсем как вода. Вот есть тоники, как вода. А есть тоники... Не знаю, как, девчонки, объяснить, как будто здесь есть вот немножко сыворотки, что ли. Не совсем как вода, то есть такой продукт, результат от которого виден. То есть не просто вы водичкой помочили лицо, вот действительно работающий тоник. После него как-то слегка увлажненное, что ли, личико, девчонки. Ну, классно, мне понравился. Я вчера на ночь тоже им пользовалась уже. Мне понравилось. Какой-то интересный тоник, от него какое-то такое сияние сразу появляется. Так, дальше у нас с вами идет, девчонки, комплекс из трех сывороток. Это комплекс для борьбы с акне, постакне и жирным блеском. На сайте прям очень много отзывов. Действительно много вот именно на эту систему, что она работающая. Девчонки, у кого акне, и фото до и после выкладывали, прям много положительных отзывов. Ни одного, по-моему, даже отрицательного я и не нашла. Но это комплекс, девчонки. Эти все три сыворотки, они пошагово применяются одномоментно, то есть одновременно, в один день, в один раз, скажем так. Так, первая сыворотка у нас идет с салициловой кислотой, 2%. Она у нас растворяет жир на нашей коже, растворяет жир в наших порах и подготавливает... к следующей сыворотке. Так, как рекомендовано на сайте, мы с вами так и будем делать поэтапно. Значит, сначала салициловая кислота, она у нас вот должна все наши комедоны, скажем так, и себум в порах растворять. Сыворотка такая тягучая, девчонки, прям, знаете, на корейские похож сыворотки. Сыворотки тоже они у нас есть как вода, а есть вот такие вот тягучие. Очень похож прямо по структуре на корейскую сыворотку. Моментально вообще впиталась. Кожа заматированная. Все.
кожа заматирована, никаких неприятных ощущений нету, хотя на сайте есть предупреждение, что может немножко и покалывать в проблемных зонах. У меня сейчас нет ни покалывания, ничего, все нормально. Кожа моментально матируется, такая гладенькая, все хорошо. Так, второй этап у нас сыворотка с неанацинамидом и цинком. А здесь заявлено уже, что она работает изнутри, не только на поверхности кожи, да, убирая какие-то проблемы, но и проникает глубоко в клетки, борется с акне, с высыпаниями и так далее, и с жирностью, уменьшает жирность, да, тоже. Неанацинамид 11% и цинк 1% здесь. Наносим вторую с вами сыворотку. Они очень хорошо распределяются по коже, достаточно прям совсем мало, я даже много. Запах еле уловимая, душка приятная. Тоже такая скользкая, тягучая сыворотка. Такое ощущение, что в них есть муцедулитки, девчонки. Такие вот они прям. У меня есть небюджетные корейские сыворотки, вот прям похож. Тоже очень быстро впитывается, но чуть-чуть помедленнее, чем предыдущая. Так, по эффекту. Кожа опять матированная, но есть какое-то сияние изнутри. Очень интересно. Очень интересно. Все впиталось абсолютно. И третий этап у нас сыворотка с витамином С. А витамин С у нас обладает антивозрастным действием, да, помогает высветлению кожи, то есть слегка может высветлить ваши пигментные пятнышки на лице. Это антивозрастной компонент. Я обожаю средства с витамином С, невозможно, девчонки. Разглаживает морщинки, борется со старением. Здесь уже немножко другая пипеточка, там они были такие остренькие, да, здесь немножко другая. Наносим сыворотку. А, вкусно пахнет. Отличается запах от двух предыдущих. Здесь прям немножко поярче одушка. Цветочная такая сладенькая, приятная. Наносим сыворотку с витамином С теперь. Она немножко попитательнее, это тоже чувствуется. И тоже она такая тягучая. С витамином С я и навеки обязательно прям нанесу, потому что антивозрастной компонент, он как бы веком тоже нужен. Она еще немножко подольше впитывается. Она более такая увлажняющая, скажем так, если те две сыворотки у нас немножко подсушивающие, особенно первая с салициловой кислотой, да, ну и во второй у нас есть цинк, немножко подсушивающая. И может быть кому-то после сывороток понадобится нанесение крема, производитель рекомендует его наносить, конечно, но мне точно не понадобится, мне этого ухода хватает, я прям не хочу никакой крем наносить. Еще не до конца впиталась сыворотка, чуть-чуть еще, но кожа такая мягенькая, гладенькая, уже бархатистая, прям здорово. Нет никакой липкости от сывороток, ни от первой, ни от второй. А с витамином С может быть совсем чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть было и уже прошло. Но это все, да, практически впиталось все уже. В некоторых местах чуть-чуть осталось. Кожа светится изнутри, кожа чистая, кожа красивая, тон выровнен. Вообще комплекс шикарный. Шикарный, мне кажется, прям вот вообще. Это супер. Для жирной кожи вообще здорово. Похожу в течение дня, посмотрю, интересно, через сколько заблестит Т-зона. Потом вам расскажу. А так супер, все, вот цвет лица ровный, кожа упругая после всех этих трех сывороток, особенно последний с витамином С, прям такая вот упругая. Нравится, нет, здорово, у меня очень кожа довольна, прям вообще супер. Красота. Привет, мои хорошие. Еду с работы, забрала заказ с аптекару, сейчас вам покажу. Спасибо Иришке Биби Брайан, если смотришь меня, Ириш, за то, что рассказала, что, оказывается, на аптека.ру, девчонки, здесь две такие короткие, вот, маленькие, сейчас я их вскрою, и сразу прям возле дома в мусорку выкину, чтобы домой не нести, и переложу в пакет. В общем, Иришка, случайно мы с ней в разговоре разговаривали, что-то там про что-то, а про эсвицин для волос, кстати, вот, против выпадения, кстати, им пользовалась, это старое такое советское средство. Оно еще, не знаю, наверное, в 90-х было в продаже, и очень бюджетное, очень дешевое. И оно мне помогло как-то в послеродовом периоде. Волосы лезли жутко, оно мне помогло. Эта жидкость такая без цвета и без запаха, ее нужно втирать в голову. Эсвицин, девчонки, стоит рублей 200, даже меньше, по-моему. Вот, поэтому у кого волосы выпадают, тоже попробуйте. Мы с ней разговаривали, она сказала, кажется, что на аптека.ру можно применять бонусы «Спасибо». Там нужно в приложении «Спасибо» купить эти купоны по 250 рублей, по 500 и по 1000. И воспользоваться ими, вставив номер купона в графу «Промокод». И я взяла на 250 рублей купон. Если берешь на 250, покупка должна быть на 500. Если берешь на 500, соответственно, на 1000. Так. У меня была покупка на 500 с копейками. И 250 рублей списались бонусы «Спасибо». Короче говоря, много так всего набрала. Дешево, сердито и бюджетно. Смотрите, как все упаковано в мешочек, чтобы ничего не пролилось. Это, девчонки, масло. Я взяла два, по-моему, масла для волос. Первое, что это за марка, я не знаю. Я беру такую, девчонки, первый раз. Написано NM. А изготовитель у нас, сейчас посмотрим.
Россия, Московская область, Солнечный район, деревня Есипова. Репейное масло с красным перцем я взяла для активации роста волос, потому что жутко хочется уже отрастить волосы, привести их в порядок. Не стригу пока. Какие есть, такие есть, девчонки. Отрастут, тогда отстригу. Надоело уже состригать. Как состригу, они у меня опять короткие. Не хочу. В общем, вот такое вот маслице 100 мл с перцем. Оно, по-моему, рублей 40 стоило, если я не ошибаюсь. Так, еще у меня там есть масло с крапивой. Я его взяла дочери и себе хочу попробовать с крапивой. Крапивка для волос тоже очень полезная. Делать масочки с вами будем. Так, доставайся. Вот такое вот репейное тоже маслице, только с крапивой. Удобный, кстати, колпачок. Там были масла с дозатором, чтобы прям на кожу головы наносить. Но мне хотелось именно вот эту марку попробовать. Ничем что-то не пахнет, девчонки. Потому что она закрыта, там запечатана. Так, что взяла еще? Еще взяла детский крем. Вот такой вот. Он уже не с кисками, собачками, как мы привыкли. Нет почему-то такого на Аптекру. Такой с девочками. Но в той же самой железной тубе. Посмотрим, так ли он хорош. Потому что сейчас зима. Обветривают губы. Губы сохнут нещадно. Не помогают бальзам. А вот детский крем вот такой вот собачками мне всегда помогал. Плотным слоем на губки нанесешь. И все, красота. Дальше взяла потестить. Было мне очень интересно. От пропеллер, девчонки, за копейки. Меньше 100 рублей. Гамаш для очищения Т-зоны с серебром от черных точек. Глубоко очищает пор. Потестим с вами. Так, взяла. Вот ради чего вообще все это затевалось, девчонки, это моя любимая тонирующая маска. Это маска, да, Ятон. Я вам как-то уже показывала в обзоре давным-давно, год назад, наверное, ее. Я обожаю. Я как-то год вообще не красила волосы, когда была в темном цвете, и пользовалась исключительно вот этой вот эстелевской маской Ятон, потому что она была в фиксе, потом она из фикса пропала. Я ее сейчас увидела на аптекаре и думаю, все... По-любому надо оформлять заказ. Ради нее взяла пока один тюбик. Мне одного тюбика на два раза где-то хватает. Я наношу эту маску минут на 20 минимум. Она тогда работает как краска. А, возможно, светлые оттенки кому-то подсушивают волосы. Вот мне Иришка, опять же, Биби Брайан писала, что ей подсушивать. Но она единственная, кто мне об этом сказал, потому что все, кто ей пользовались, все в диком восторге. Вот. Будем сегодня с вами тестить Ликата уход и будем сегодня с вами красить волосы вот этой краской. И, девчонки, вот я год красилась, да, не краской, а маской эстелевской вот этой, и она закрашивает седину у меня. Вот это был для меня вообще шок. Я пока ей пользовалась, я так волосы здорово восстановила, то есть не было покраски никакой аммиачной, и седина закрашивалась, ну, вообще красота. Вообще все ради вот этого, вот этой масочки. Взяла детскую линейку, девчонки, что-то рублей по 80, попробовать потестировать. Сейчас покажу. У нас как-то быстро кончаются детские средства. Она идет купаться, может за раз полфлакона вылить в ванну. Это вполне нормально. Средства для купания 2 в 1, фруктовые, без слез. Для девочек 3+. Это у нас «Солнце и Луна». Вроде неплохая марка по отзывам. Захотелось, девчонки, попробовать. Ой, жвачка какой-то фруктовый пахнет. Торбит. Классно. Так, и детский шампунь «Легкое расчесывание без слез». Тоже попробуем. Сканирую еще QR-код, и Лея оживет. Слушайте, ну вот ребенку заняться будет чем вообще? Тоже 3+. Ой, так же пахнет. Так же пахнет, как предыдущее средство. Одушка такая ярко выраженная. Так, что у меня тут еще? Первая коробка, девчонки, все. Сейчас вторую открою. Я до дома, наверное, сегодня не доеду, что-то сегодня долго еду. Спешить особенно не надо было. Муж дочь в школу отвел. Вот. Болеет много детей, что-то вообще мрак. Но у нас ничего не закрывают. Да, вообще болеют на 90% сейчас кругом все. А в другой коробке всего лишь соль одна была. Ее отдельно положили. Молодцы, хорошо на аптеку упаковывают. Взяла обычную соль морскую природную с микроэлементами, без всяких добавок, килограмм. Вот такую соль. Мне в последнее время очень нравится сидеть в соли. Да и дочери. Я тоже соль добавляю в ванну, потому что это полезно, потому что это, опять же, иммунитет. Это, так скажем, микрофизиотерапевтические процедуры. Нравится. Так, все, заказ с вами распаковали. Еду домой. Сейчас будем с вами тестировать Ликата, красить волосы. Ну что, девчонки, добралась я домой. Сейчас будем с вами тестировать гель для душа «Лифтинг эффект». Шампунь для жирных волос. Потому что они у меня сейчас жирные. Очень быстро жирнятся на корнях. Невозможно. И бальзам для чувствительной кожи с природными активаторами, экстрактами растений. Вот такой вот. Я отправляюсь в душ, и потом будем с вами, после того, как помоем волосики, наносить вот эту вот масочку эстель тонирующую, то есть красить волосы. Да, запомните состояние моих волос, потому что прошлый уход от Ликата, который у меня был, он, не знаю, какое-то тотальное восстановление, реконструкция, прям вообще супер. Вот как они сейчас выглядят. Они, в принципе, в нормальном состоянии, но кончики, конечно, они давно уже у меня пережжены. Ух, такой торчит. Они пережженные, они у меня загибаются. Они лежат красиво, то есть в первый день укладки нормально, потом поспишь, проснешься, они все равно загибаются. Поэтому, конечно, надо отрастить еще 10 см, и потом состричь все это дело. Вот, вот так выглядят мои волосы до
и потом посмотрим на после. Ну что, девчонки, по гелю. Понравился. Понравился прям очень. От него такая кожа гладкая. Не знаю, за счет чего достигается лифтинг-эффект. У нас лифтинг-гель для душа же, да? Но кожа после него гладкая. Пенится он отлично. Он очень густой. Прям вот еле-еле перекатывается. Он очень густой. Расход будет небольшой. После него какая-то гладкая кожа. Такое ощущение, что вы сделали скрабик для тела и намазались каким-то кремушком. Прям вот не требует дальнейшего ухода. Понравился. Очень понравился гель. Так, по шампуню. Шампунь. Все мокрое. Волосы не спутывает, хотя он и заявлен как шампунь для жирных волос. Обычно шампунь для жирных волос подсушивают их немножко, правильно, да? То есть и, соответственно, спутывают. Ничего подобного. Волосы прекрасные, пенится средне. Промыла с двух раз, но он у нас бессульфатный и без СЛС, без парабенов, да? Поэтому это, в принципе, ожидаемо. С двух раз промыла волосы, волосы не запутывает. Вообще прекрасный шампунь. Так, и бальзамчик. Бальзамчик не утяжеляет волосы, он такой легенький, слегка придает гладкости волосам, но то, что ощутимо пальцами, да. Ну и пока, в принципе, все. Будем потом по факту смотреть на волосы. Так, сейчас будем с вами делать сначала масочку, а потом уход за лицом. Я перчатки, как всегда, забыла, но уже не пойду за ними, девчонки, потому что неохота. А краска сильно окрашивает. Надо маска. Мне всегда хочется сказать, что краска, потому что от нее эффект долгий, как от краски. Мне на 2 недели хватает такой тонировки. И потом я повторяю. Вот такой вот тюбик. У меня оттенок 6-7 шоколадный. Он дает слегка, знаете, такое розовый перелив на ваших волосах, если я не ошибаюсь. Потому что я брала раньше 6-7 и 6-74. Но мы сейчас с вами посмотрим, откроем. Она должна быть у нас, да, зафольгирована. Он хоть и шоколадный, но вот он какой-то с розовинцой, знаете, он не уходит в рыжий. Классный, классный, благородный оттенок. И он достаточно стойкий. То есть, представляете, если он седину закрашивает. Даже я сейчас быстро нанесу руками маску на волосы без перчаток и буду смывать. Ну, не смывать, в смысле, а руки мыть. Я вот так распределяю, как краску. Особенно на корни, потому что у меня уже корни слегка отросли. Краситься пока не хочу. Хочу волосы свои поберечь. Вот, а надо корни седые закрасить. И вот так быстро-быстро сейчас с вами нанесем. Везде-везде кругом, на височке, как следует. И будем держать как краску. 20-30 минут я держу. Мне безумно нравится эффект. Так, на лице мы это все дело потом с вами подотрем. Не хочу другую руку пачкать. Смотрите, какая рука. Я сейчас содой, конечно, отмою. А так не делайте, как я. Делайте все в перчатках. Не надо так делать, девчонки. Вот так вот нанесли. На корни. Распределили как следует. Так, и сейчас быстренько на всю длину, двумя руками тут уже придется на кончике освежить цвет. После нее волосы потом блестят, классно вообще. Так, так, все прокрасили. Все вроде. Еще немножко на длину сейчас добавлю. Можно прочесать потом волосики, чтобы все равномерно распределилось. Так, все, я руки мыть. Девчонки, она жутко въедливая, жутко стойкая. Еле-еле. И то не до конца, все равно еще коричневатая вот эта рука. Тёрла всем, чем могла. И уже с кожи лица ее практически не ототрешь. Очень стойкий продукт. За это и люблю. Можно не пользоваться краской, а пользоваться только этим продуктом. Сейчас еще немножко подтираем. На 2, а то и на 3 процедуры мне хватает вот такой баночки. Видите, остается след все равно. Уже не оттирается. Все, за несколько минут впиталось намертво. Так, закрываем с вами тюбик. Вот сколько я использовала, да? В принципе, еще на 2 раза хватит. И сейчас мы с вами начнем с пропеллера, который сегодня, да, получила в аптеке, на аптека.ру. Еще заодно лицо немножко потрем от краски. Такая серенькая, светло-серая консистенция. Почистим немножко наше лицо. Наверное, как гамаш, да, много маленьких частичек.
похож на глиняную, прям довольно плотная консистенция, как будто глиняная. Так, способ применения. Обильно смазать нос, лоб и подбородок, оставить на 1-3 минуты круговым движением пальца, смыть гамаш теплой водой. Круговыми. Я на все лицо буду делать. Почистим все лицо. Да, здесь много мелких частичек. Прям много-много. Ой, какая-то текстура прям питательная. Сразу по лицу распределила, и как будто такой, знаете, парниковый эффект. За счет чего, интересно, избавляет от черных точек, если там просто нанести и даже не массировать. Мне прям интересно. Ничего не щипит. Все нормально. Запах еле уловимый, косметическая какая-то отдышка. О, хоть краска подстерлась гамажем. Сейчас начинает немножко пощипывать, но это, мне кажется, за счет травмирования кожи, потому что частички такие угловатые. Да, вот эту зону сейчас щипит. Ой, начало щипать, девчонки. Прям так прилично. Слушайте, именно эту зону. Ну ладно, сейчас еще минуточку подожду и буду смывать. Слушайте, лицо покраснело, особенно в Т-зоне, но поры чистые. Интересный продукт. Они чистые и лицо как будто матированное такое. Ну ничего, так в принципе нормально. Буду дальше тестировать, девчонки, потом расскажу вам. Или в пустых баночках, или пост напишу в Инстаграм, если прям действительно хорошее средство. Очищение этой зоны. Коллоидное серебро. Древесный уголь без красителей. Угу. Прикольно. Чистая личка. Нормально все. Вроде мы все с вами протестили. Теперь я похожу еще минуток 15-20 с масочкой на голове. Вот она уже дает розовый отлив. А может быть, на камеру даже видно такой, вот знаете, как розоватый немножко отлив на волосах. Хотя сама по себе она коричневого цвета, да? Но дает все равно на волосах розоватый отлив. Очень красивый, мне нравится. Так, сейчас похожу еще, потом смою, посушу волосы, и мы с вами оценим результат. Так, спряталась тенечек сначала, девчонки. Вот так вот выглядит цвет. Очень приятный отлив, мне нравится. Такой вроде холодный, без рыжины, красивый. И в таком вот классном состоянии волосики после леката. Но леката я вам уже рассказывала, мне очень нравится уход за волосами. Он действительно крутой. Они живые, они классные, рассыпчатые, объемные. Я вот просто посушилась, и вот все. И вот такая красота. Средства для волос леката у меня пока в фаворитах. Они делают волосы послушными, волосик к волосику. Волосы не пушатся, вообще просто супер. Сейчас на солнышке покажу, как переливается цвет. Как, так, где я? Вот она. Где, как блестят волосики, видите? Ну, супер. И цвет классный, и волосы живые, в отличном состоянии. Так что, девчонки, я вам все ссылки полезные оставлю в инфобоксе. Проходите, смотрите. И про промокод не забывайте, промокод ВАЛ. Покупаем на 4000, платим всего 2. Вот, вот такие дела. Ну и на Wildberries крутые скидки, девчонки, бывают на лекату вообще. На этой ноте буду с вами прощаться. Если была вам полезна и интересна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.